Доброго всем здравия! Хочу показать уникальный документ конторки Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Данная конторка порождает поистине гениальные перлы. Они до того уже оборзели, до того они зажрались, погрязли в своей безнаказанности, что уже считают, что могут писать подобные бумажки. И вот тут постановление о возбуждении исполнительного производства, на основании которого они устанавливают, что человек должен им какие-то деньги. Целых 28 499,6 бибариков. И куда же эти деньги должны пойти? Эти деньги должны быть оплачены в коде валют 643. Да-да, это валюта Российской Федерации. Так точно. Ну и тут же, здесь же, они отправляют нас к расчетному счету, на основании которого данный платеж должен идти по коду валютному 810. Да-да-да. В расчетном счете 6, 7, 8 цифры – это тот самый валютный код. Представляете, какая нелепица? Конторка, федеральный закон, о которой уничтожен, так как не прошел процедуру опубликования надлежащую. Эта конторка, самоназванная, тут частная шарашка, просит оплатить по валютному коду 643 на код 810. Это как такое возможно? Вообще непонятно. А если учесть то, что есть официальные ответы от Сбербанка, которые не признают свои банковские билеты Российской Федерации деньгами, тут вообще неизвестно, что можно подумать. Ну хорошо, конторка сама назвалась. Конторка трясет деньги, угрожая нам оружием, угрожая расправой и выселками из наших собственных домов. Мы готовы заплатить по коду 643, который нам предлагается. Но Сбербанк, любой Сбербанк откажет вам в этом. Получается какая-то безвыходная безысходность. Кому платить? И самое главное, чем платить? И куда платить? Друзья, маразм крепчает, а конторкам ФССП, тем не менее, выдают сверхполномочия. Выдают оружие, выдают полномочия полицейских. И чем они отличаются от тех бравых ребят в касках и со свастикой, которые чинили беспредел на оккупированных территориях? Они отличаются только тем, что нас пока еще только не стреляют на улице. Код 643, код 810, несуществующие бибарики для несуществующей конторки.